детских садах «Лесная сказка» и «Мишутка» все лето кипела работа. Шел капитальный ремонт. За это время отремонтированы фасады зданий, крыша, заменены окна, двери, установлены игровые площадки и уличное освещение. Финансовую поддержку оказали концерн «Росэнергоатом» и Смоленская атомная электростанция. И вот 12 декабря обновленные сады встречали почетных гостей на торжественное открытие. Принимать работу пришли генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров, директор Смоленской АЭС Павел Лубенский и глава муниципального образования Андрей Шубин. К ним со словами благодарности обратилась заведующая детским садом «Лесная сказка» Жанна Суханова. От имени всего коллектива, от имени наших ребятишек выражаю благодарность концерну «Росэнергоатом» Андрею Ильичу, вам огромное спасибо. Смоленской атомной станции, Павел Алексеевич, и суббота, и воскресенье вы приходили, смотрели, наблюдали за нашим обновлением. Все ждал, когда меня сами будет. Да? Замечательно как. Вот, поэтому вы огромный вклад вносите в развитие нашего города, поддерживаете наше образование и всегда создаете таким вниманием позитивный имидж и облик всех наших образовательных организаций. Генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров отметил, что концерн и атомная станция несут социальную ответственность за Десногорск. С удовлетворением могу сказать, что смотрю вот на этот обновленный, красивый детский сад. Я думаю, что он всем нравится и родителям, и преподавателям, и, конечно, детишкам. Я думаю, что каждому ребенку хочется прийти в такой детский сад. Уверен, что детишки, которые здесь растут, они вырастут умными, здоровыми ребятишками, которые получат хорошее образование в наших десногорских школах, потом получат образование в наших российских университетах, и, может быть, кто-то из них будет работать на Смоленской атомной станции. Директор Смоленской атомной электростанции Павел Лубенский отметил, что забота о дошкольных учреждениях – общая задача для градообразующего предприятия и муниципалитета. Если есть задача, если ее правильно поставить, правильно ее выполнить, собрать все силы, все средства для того, чтобы эта задача была решена. Вот результат. В своем выступлении глава города Андрей Шубин поблагодарил за поддержку концерн «Росэнергоатом» и Смоленскую атомную электростанцию. Я хочу сказать огромное спасибо вам, Андрей Ильич, вам, Павел Алексеевич, за заботу и внимание, которое вы уделяете нашему городу, и руководителям подрядных организаций, которые участвовали в этой работе. Это наш совместный коллективный труд, и мы всегда, как говорится, идем в едином локомотиве и готовы выполнять все поставленные задачи. Спасибо. Благодарность выражали коллективы детских садов и родителей их воспитанников. В детском саду «Мишутка» гостей встречали юные таланты с концертной программой.